Хороший спарринг, очень информативный. Да, мы проиграли по счету, но опять же, это все во втором тайме. Второй тайм, скажем так, был первенство дублеров по-хорошему. В первом тайме мы играли под задание сегодня, и большей части мы выполнили. То, что я хотел, мы воплотили уже в первом тайме. И смогли увидеть ошибки, которые сейчас предстоит разобрать за день для того, чтобы уже подготовиться к матчу с Гродно? Конечно, конечно. Но с Гродно мы будем играть чуть по-другому. Это я говорю сразу. У нас есть план на этот турнир, на каждую конкретную игру. Сегодня было так, с Гродно будет другое задание.